рассказ об удивительном крае. И чего только у нас на Алтае нет! Море синего нет! Пальдово-бабов нет! Жирафов, слонов и бегемотов тоже нет! Зато есть у нас на Алтае степи бескрайние! Реки полноводные! Горы высокие! Нивы золотые! Да народы разные, что в мире и согласии на Алтайской земле живут, как будто в одном хороводе идут. Сказки свои рассказывает, да танцы свои танцует. А кто из них лучше? Пойди разберись. А мы и не разбираемся. Живем дружно. На работу всем миром идем. Да на праздники. А только так, чтоб весь двор ходуном ходил! Что индюки только покряхтывают. Со мной пойду,
покачивается и говорит: «Ай да ну! Ай да край! Ай да Thank you.
А если мы на Алтае легенды послушать хотим, мы едем в Красногорский или Салтонский район и идем прямо на Кумандинский двор. Кумандинцы у нас на Алтае первые рассказчики. Как бабушка старенькая у костра сядет, трубочку кумандинскую раскурит, да легенду красивую поведет, заслушаешься. Летели лебеди на юг, над горной речкой сделав круг, устало опустились. И скинув крылья у воды, в девиц красивых молодых нежданно обратились. Не видел мир прекрасней птиц, прелестнее не видел лиц, вот плещутся девицы. Охотник тут узрел троих, и, полюбив одну из них, решил на ней жениться. Oh,
кто на Алтае влюбится, да жениться надумает. Сватов только из белорусов зовет. Лучше белорусов у нас никто на Алтае девушку не сосватает. Thank you.
Алтае песни о березах захотим послушать, мы едем в немецкий район и идем прямиком на немецкий двор. Немцы у нас на Алтае почти коренные жители, и песни они про алтайские березы поют, только на своем родном, на немецком языке. Смотрят. И как только татарские девушки ласково своих парней не называют, и соловей мой, и мотылек мой, и птичка моя. Да и есть за что татарским девушкам парней своих так ласково величать. Все как один работящие, бравые, заводные. Работать начнут, горы свернут, а уж если плясать возьмутся, на дороге не стой, сметут. Ой! Thank you.
песню величальную для гостей спеть надо. Тогда мы на мордовский двор помчимся. А уж какие на мордовском дворе песни для гостей поют, всякий скажет: ай да ну! Ай да край! Ай да Алтай!
кто на Алтае погрустить захочет, тогда на украинский двор торопится. Такой светлой грусти, как в украинских песнях, нигде не сыщешь. Наши алтайские украинцы с казаками нашими алтайскими встретятся, тогда такая пляска молодецкая начнется. Всякий скажет: ай да ну! А украинцы с казаками крикнут: молодычка! Гарна! Молодычка!
всем народам спокойно живется, потому что с давних времен наш покой казаки берегут. Как казаки бравые на коней вскочат, да по улице поедут с песнями. Все девушки из домов выскакивают, платки достают, машут, кричат. Возвращайтесь, братцы! Походы любые казаки с легким сердцем идут. Знают, что дома их подруги верные дожидаются. Кабы были златы крылышки, серебряный полет. Улетела б легкой пташкою в широкий небо. Обняла бы тучку белую, кабы были два крыла. Слава Алтаю! Слава! 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 Девчата?
встречайте своих казаков. Спасут тебя!
и нет. Для хорошей жизни все есть. И молодежь у нас на Алтае тоже есть. Украинская, белорусская, казахская, кумандинская. Умные люди 140 народностей насчитали. И в больших городах, в институтах учатся. И за границу, на море синее, да на баобабы посмотреть ездят. А все равно на родину, на Алтай возвращаются. И тут такое веселье начинается. Всякий скажет: ай да ну! Ай да край! Ай да Алтай! Ай да к нам на Алтай! Что такое? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Да! Да ты что? Ай! Thank you.
тихо над рекой. В красе прощальной свой костер зажгла, где было счастье, где было лихо, осталась где моя душа. Мы говорим вам до новых встреч!